Один человек погиб и еще один ранен в канадской провинции Квебек. Местный житель открыл стрельбу на митинге в Монреале. Там собрались сторонники Квебекской партии, которая борется за государственный суверенитет региона. Люди вышли, чтобы отпраздновать ее победу на местных парламентских выборах. Выстрелы прозвучали в момент выступления лидера партии Молин Маруа. Политик заявила, что ее движение готово в нужный момент вынести на референдум вопрос о независимости. Всего на выборах в Квебекскую партию проголосовало треть избирателей – 32%. Прибывающую у власти либеральную партию поддержало примерно столько же жителей региона – 31%. Аналитики отмечают, для того, чтобы претворить в жизнь свои инициативы, победителям придется пойти на создание коалиции. Они постараются привести много людей, чтобы те проголосовали за них. Я знаю, кто победит в моем районе, так зачем же мне голосовать? Но это не значит, что и вам не надо голосовать. Вы голосуете, потому что имеете на это право.